Как запомнить табличные значения синуса 60 градусов, косинуса 60 градусов и 30 градусов? Главное запомнить значение, там, допустим, косинус 60 равен 1 вторая, а синус 60 корень из 3 на 2. Но я не уверена, как бы, чтобы не перепутать, есть метод единичной окружности. Строим окружность с радиусом единичка. В центре этой окружности центр координат. И тогда x-овая координата нашей точки будет косинусом альфа, а y-овая синус альфа. Потому что гипотенуза, умноженная на, допустим, синус альфа, дает противоположный катет. А длина этого катета как раз и равна y-овой координате. Мы рисуем точку приблизительно вот угол 60 градусов. Знаем, что один из них равен, ну, синус или косинус 1 второй, а другой как-то больше значения. Мы рисуем приблизительно 60 градусов и видим, что x как раз половинка этой единичной окружности. И тогда мне не надо помнить, я вспоминаю, что косинус 60 это 1 вторая. Тогда синус 60 корень из 3 на 2. Точно так же для угла 30 градусов. Мы рисуем угол 30 градусов, но это 90. 30 это где-то 1 треть, вот примерно нарисовали. И смотрим, что косинус 30 градусов, вот это отрезочек x, он явно больше половины, а y как раз похоже. Поэтому я вспоминаю. Это все можно доказать, но главное, чтобы как вспомнить, если это нужно. Синус 30 градусов корень из 3 на 2 и косинус 30 получается корень из 3 на 2. И еще один удобный случай, это когда угол равен 45 градусов. Тогда катеты в этом треугольнике равны. И синус и косинус угла 45 градусов равен корень из 2 на 2. И либо можно сократить, и получится единица, деленная на корень из 2. Бывает так удобней. И синус. Заодно мы запомним, что косинус 45 градусов – это отношение катета противолежащего к прилежащему, но они равны, поэтому тангент 45 градусов равен единице.